Несмотря на эскалацию в зоне Карабахского конфликта в 2016 году и в целом ограниченное продвижение в переговорном процессе, ОБСЕ продолжает прилагать усилия для мирного и устойчивого регулирования конфликта, отмечается в отчете ОБСЕ за 2016 год. Возобновление эскалации насилия в Нагорно-Карабахском конфликте весной 2016 года потребовало активизации антикризисного управления, говорится в отчете. Германское председательство приложило значительные усилия в регулировании этих и других конфликтов с целью укрепления форматов ОБСЕ для разрешения конфликтов и улучшение условий жизни людей, пострадавших от них, говорится в отчете. В Баку отчет ОБСЕ не вызывает особого оптимизма, так как в Азербайджане считают, что пора принимать конкретные решения по освобождению азербайджанских земель, а не ограничиваться докладами, которые не приводят к урегулированию конфликта. Мы ожидаем не просто общих фраз и общих декларативных заявлений, связанных с организацией переговорного процесса, сопровождением или же, допустим, просто сменой действующих председателей ОБСЕ, а с конкретными усилиями по реализации резолюций, решений, связанных с освобождением азербайджанских территорий. И в этом плане, конечно, ОБСЕ должно усилить свое давление на Армению, как на страну захватчика, оккупанта, с тем, чтобы начался процесс освобождения азербайджанских территорий.